В республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья приехали ребята из Донбасса. Осуществить такую поездку им помог российский благотворительный фонд «Время помогать». Подробности в нашем сюжете. Речи выполняем. Вот так. Ага. Сейчас давайте, подождите. Чуть-чуть нагрузку прибавим. На этом тренажере Максим занимается почти неделю. Результат положительный. Стало легче делать, потому что укрепляются мышцы, мне легче начинать делать все. Я понимаю больше нагрузку. Беговая дорожка. В горловке особо ее нет, такое, чтобы была электрическая. Поэтому новый примет, и на нем легче. И все остальные тоже хорошие. Тренажер называется «Гребной». Тренажер для укрепления мышечного корсета позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Мария на родине занималась плаванием. Водные процедуры для нее одно удовольствие. Я плаваю в горловке, в бассейне. Ну и потом ездили на соревнования в Донецк. Хочу участвовать на паралимпийских играх. Максим и Мария в центре уже неделю. Программа реабилитации насыщенная. Медицинские процедуры, занятия в тренажерном зале, бассейне, музыкальная терапия, психологическая поддержка. Рисовать мы будем свой самый счастливый день. Вам нужно подумать будет и нарисовать. Маша нарисовала встречу Нового года, где за столом вся семья. Максим свой день рождения в кругу близких. Помогать детям мы всегда готовы, и для нас нет разницы, чьи это дети, потому что дети действительно они все равны. Созданы комфортные условия для проживания, для получения реабилитационных мероприятий. Возможность побыть в специализированном центре появилась благодаря благотворительному фонду «Время помогать». Дорогу и лечение оплатили из его средств. Съездили для первого раза сами, на машине привезли вот детей. И планируем в будущем вот эту вот работу сделать комплексной. То есть не так разово, чтобы привезли и увезли, а так, чтобы ежемесячно по несколько детей, нуждающихся, могли сюда вот попадать к нам на лечение. Продолжительность курса составляет 21 день. Но республика готова и дальше принимать детей. Социальный реабилитационный центр. Он у нас ведущее учреждение в Чувашской республике и не только. Очень квалифицированный штат работников. Организует и далее будет организовывать встречу таких детей на территории нашей Чувашской республики и их реабилитацию. Такая помощь ребятам оказалась кстати. Мы хотим вас поблагодарить, Елена Васильевна, за то тепло, как вы нас встретили, за наших детей, что вы заботитесь. Весь ваш коллектив поблагодарит, потому что все тепло и радушно нас везде встречают. Организаторы планируют практиковать такие поездки и дальше. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика.